Итак, видео по запросу. Моя червячная ферма, скоро ее будем убирать отсюда. Мы ее вчера рассаживали. Значит, из двух. Здесь у нас уже большие особи на продажу. Вот здесь маленькие особи. Мы сейчас хорошо подкормили. Перемешаем и это дело все уже спрячем в другое место. Вот сейчас перемешаем все. Подмочили. Специальную эту самую корм. Вот они как животные там прячутся. Элитные черви. Кушают только злаки. Никаких вам ни яблок, ни капусты, ничего. Вот. Можно сразу цветы здесь сажать. Вот. И там червячки наши живут и размножаются. Но здесь молодой, это самое. Молодые особи только. Я отсеял уже старичков сюда. Здесь они где-то посередине там живут. Вот. Все, скоро они проголодаются, будут подниматься. Подниматься и кушать наш корм. Вот он сейчас у нас здесь все сойдется с землей и растворится. А здесь у нас живут старослужащие. Вот. Тут я лук посадил еще. Ух ты, смотри-ка, он в корме залез. Червячок в корме залез. Но это полезно для лука. Будет лук хороший у нас. Вот. Здесь уже переработанный гумус. Но я его наполовину размешал. Вон сколько там старичков уже. Старичков очень много здесь. Вон они. О. Кишмакишит. Так что скоро поедем на рыбалку. Корм для окуней, для щук, для хариуса у нас есть. Вот. Здесь тоже у нас живут старослужащие уже. Им где-то уже полгода, наверное. Но они там поглубже живут, потому что вон они там живут поглубже. Они еще не поднялись наверх, потому что корм там был хороший еще. Там их тоже очень много.